Короче, вчера менял еще, как его называют-то, термостат. Купил новый термостат, не оригинальный. У меня стоял оригинальный термостат, реношный, еще, наверное, с завода. Но хотя хрен знает. Я проехал сколько уже? 5000 километров. В общем, термостат поменял, потому что у меня держала температуру 74 градуса. Вот у меня маршрутный компьютер показывает. Сейчас 58, еще не прогрелось. В общем, держала 74 градуса. Термостат я поменял. Слилось где-то, наверное, литр, даже, наверное, литра полтора антифриза, но я вот литр залил, потому что литр всего у меня был. Завожу, прогреваю, и что думаете? 82 градуса вместо положенных 92. Долбаные реношные запчасти. Они новые даже, блин, говно, а не запчасти. Почему он 82 градуса, а не 92 держит? Как же меня бесит это говнище. Покупайте Рено, будете тут колупаться в нем. Бесит, бесит, ненавижу эту машину. Жопа горит, блин. Вот сейчас вот нифига не прогреется снова до 92. Вот здесь показывают половину шкалы. Но половина шкалы по маршрутному компьютеру — это 82 градуса. Даже 80 держится на трассе. Потому что ветром-то обдувают эти радиаторы. Вообще 80 держится на трассе. Причем сейчас на улице около нуля. Вот снег лежит, тает немножко. В общем, вот такая вот машина Рено. Не покупайте никто Рено. И все подделки на это Рено. Ну, ездить, конечно, можно, но, блин, сделано так отвратительно. Просто я не знаю. Все, всем пока.